Здравствуйте! Вы на канале Вяжем Жанной. Сегодня я хочу показать, как вяжется вот такая красивая регланная линия. Смотрите, какая ажурная получается. Кофточка выглядит очень симпатично. Сейчас поближе покажу. Так вот она выглядит. Вот такая дорожка регланной линии. Вот, допустим, это реглан сверху, допустим, это у нас воротничок. После воротничка я провязала еще два ряда лицевой глади, чтобы у нас дырки не прямо из-под воротника шли, вот они, дырочки, а чтобы был немножко отступ от воротничка, а потом шла регланная линия. Регланная линия составляет 2 петельки. Значит, вяжем, 4, 5, 6, 7. Вот у нас полотно, допустим, это полочка, да, ну, вот эта вот полочка. Дошли мы до регланной линии, повешали маркер. 2 петли у нас лицевые идут, регланная линия. Мы ее отделяем маркером. Вот это у нас 2 петельки вот регланной линии. И довязываем полотно. Довязали полотно. В изнаночном ряду вяжем по рисунку. Регланную линию вяжем по рисунку. У нас с изнаночной стороны изнаночные петли, с лицевой стороны лицевые. Это у нас были установочные ряды. Теперь начинаем вывязывание регланной линии. Довязываем до маркера по рисунку. Вот, дошли до маркера. Теперь нам нужно в лицевых рядах около регланной линии делать накиды. Накид будем делать перед маркером от себя накид. Вот снизу заводите. Вот так. Сделали накид. Маркер перекинули. И теперь регланную линию в лицевых рядах будем вязать в начале вторую петельку. Провязываем лицевой. Не снимаем со спицы и потом первую провязали. Теперь снимаем эти обе петельки, маркер перекидываем. После маркера накид делаем от себя, сверху заводим спицу и захватываем ниточку. Сделали накид, довязываем по рисунку. Это у нас изнаночный ряд. Вяжем до маркера по рисунку. Дошли до накида. Накид провязываем таким образом, чтобы образовалась дырочка. Провязали. Маркер перекидываем. Регланные линии вяжем по рисунку. Это у нас 2 изнаночные. Первая, вторая. Провязали. Маркер перекидываем, после маркера у нас идет накид, вяжем таким образом, чтобы образовалась дырочка. И довязываем ряд. Я сейчас вернусь, распущу тут клубок. И повторяем манипуляции. Кромочную снимаем, до маркера вяжем по рисунку. У вас может быть другой рисунок, так что
Я вам показываю только регланную линию. Вот снова довязали до рисунка. Ой, простите, до маркера. Около маркера накид делаем от себя, снизу заводим под ниточку от себя, маркер перекидываем, в лицевом ряду линию реглана вяжем, вначале вторую провязываем лицевой, не снимаем со спицы, а затем первую. Провязываем лицевой и обе петельки снимаем со спицы. Тут у меня камера не хочет сегодня работать. Маркер перекидываем. После маркера накид делаем. К себе сверху заводим. К себе ниточку забрали. И довязываем по рисунку. Все, ничего сложного. А очень красиво. Это изнаночный ряд. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Накиды провязываем, чтобы образовалась дырочка изнаночной петлей. Регланную линию вяжем изнаночными. Кромочной, изнаночной. Ну, еще повторюсь, вот что у нас уже вырисовывается. Давайте еще повторим пару рядочков. Вяжем по рисунку. Дошли до маркера. Перед маркером, значит, от себя накид. Линию реглана в лицевых рядах вторую петельку, затем первую петельку провязываем лицевой, снимаем со спицы, маркер перекидываем, после маркера накид делаем к себе и довязываем по рисунку. Изнаночный ряд по рисунку. Накиды провязываем изнаночный, чтобы образовалась дырочка. Линию реглана тоже вяжем изнаночной. Вначале первую, потом вторую. И довязываем. Вот так получается вот такая ажурная дорожка. Ну, на этом все. Понравилось? Пальчики вверх и подписываемся на мой канал. До скорых встреч!